Девочки, доброе утро. А мы с Тедечкой пошли гулять. И опять он зашел в кафе на Самбура. И давайте сделаем мукбанг. И я заказала себе сэндвич. Слоеное тесто. Творог. Лист салата. Ветчина пармская. Огурчик и помидорчик. И кофе капучино 300. Теплый. Очень вкусный. Сэндвич. Обалденный. Теплая творожная масса с листом салата. Это нечто. Очень вкусно. Сэндвичи, помидоры, огурцы были посолены. Почему я не ем бургеры? Потому что они вот такие большие, их приходится кусать. Как вкусно, девочка. Обалденно. Я сажусь здесь вот всегда у двери, потому что на свежем воздухе. А там в помещении работает кондиционер. Отрыв мозга. Если завтрак, то только такие. Потому что сэндвич сделан из круассанного теста. И маленькими кусочками он не обрезается. Люди приходят, заказывают кашку. Ничего не надо. Никаких яиц с колбасой. Вот такой сэндвич и до обеда. Будешь с этой? Девочки, я не знаю почему, но я всегда люблю ходить вообще. Любила ходить в кафе, в рестораны всегда. Даже когда в институте училась, девочки там тратили деньги. Копили на что-то, опять тратили. А я ходила, развлекалась. У меня приятельница была, мы с ней. На последние 3 рубля, девочки. Пойдем в кафе. Напоемся, напляшемся. Пельмешек найдемся.
вообще. Веселые дни были. Ой, девочки, как вкусно. Знаете, что вкусно? Вкусно хрустящая булка. И подогревайте творожный сыр, девочки. Когда будете делать себе бутерброды, пусть даже с лососем или с чем-то. Здесь подогретый творожный сыр просто бомбический. Иди сюда. Иди сюда, дам что-нибудь. Сына. Вот секрет вкусного сэндвича. Подогретый сыр. Творожный. Я впервые пробую здесь. Сэндвич Венеции. Самбурова 288, Анапа. Вкусно очень. Сынок, будем заходить. Будем заходить сюда. Ну, пусть хоть через день. Ем и худею. Я вам написала, совсем другая, да, девочки? Другая. Овал лица, скулы появились. Это вся заплывшесть уходит. Вкуснятина. Рекомендую.